Итак, дорогие друзья, некогда мне выставлять много видео, но я пока снимаю все. И что хочу показать? Я нахожусь в Бенитусаре, возле свалки, которую уже часть скинули. Это кооператив по старым вещам. Вот они повыкидывали все. И сейчас мы пойдем посмотрим, что у них осталось. И как они уже зачистили свой магазин, свой, вернее, склад. И вот смотрите, ребята уже работают, пришло много помощников, и в принципе все вычистили. Осталось только внизу, ну то есть внизу помыть, и все будет нормально, и потом все разложат. Но пришло очень много людей, помогали военные, помогала полиция, добровольцы. Вот, ну давайте посмотрим, зайдем. Мне разрешили снять. Вот ребята все реставрируют, убирают, готовят. Вот смотрите, как все осталось у них тут. То есть, что было наверху, все сохранилось, да? Смотрите, как повезло. Вот верхняя часть более-менее нормальная. И опять же, почему нормальная? Вот эта верхняя часть, а в современных домах это все затопило. Ворота. Оказывается, ворота у них-то деревянные. Посмотрите, какие у них мощные, хорошие ворота. Вот, и благодаря вот этим вот деревянным воротам, они где-то сантиметров 12 толщиной. Вот это все сохранилось. Вот посмотрите, что в принципе неплохо же сохранилось. Смотрите. Стекло стоит на своем месте, да? Люстры, все нормально, это замечательно. Посмотрите, шкафчики сохранились, кое-какие книги сохранились, но не все, потому что выкинули очень много. Так что вот такая вот катастрофа повлияла на всех. Ну и на любителей антиквариата, безусловно. То есть, что я хочу сказать. Кто хочет, чуть позже я оставлю в комментариях ихний адрес. И кто захочет поддержать ребят, что-то купить у них, то, пожалуйста, приходите. Они будут всем очень-очень рады.